попробую впаять конденсатор 10 микрофарад 250 вольт. Спаянным конденсатором потребляю 26 ватт, потребляла так 15 ватт при нагреве и доходила до 8 ватт. Теперь нагревается уже 25 ватт, 25,6. Через лампу подключил, она прям уютная. Напрямую 11 ватт потребляет. Ну нормально. Теперь моргание меньше. Девять три ватта. Девять четыре. А то что яркость сравнить или с конденсатором ярче, или без конденсатора. Девять и один ватт уже. Восемь и девять ватт. 8,8, 8,9, 8,8, 8,9, 9, 8,9, 9, 8,9, вот так где-то. Восемь и семь ватт уже потребляет.
8,6, 8,5, 8,4. Значит, она когда нагревается, меньше потребляет. Я тут закрыл эту автоматическую настройку восприимчивости к яркости, и поэтому она тут постоянно, это восприимчивость к яркости, и поэтому можно будет сравнить яркость начальную, когда было без конденсатора, и с конденсатором. Вот при таком самом потреблении, вот, раньше тоже где-то 8 ватт было, и теперь 8 ватт. Тут уже 8,3 ватт. В разных позициях можно вот так еще. С колпачком оно было. Ну, раньше было где-то 9 ватт, по-моему, а теперь 8. Теперь меньше потребления. Вот сравнение двух ламп. Одна с конденсатором, другая без конденсатора. Вот это без конденсатора. Это без конденсатора лампа. С конденсатором. Горят они приблизительно одинаково, на взгляд. Это моргает, это не моргает. И когда свет включает, то одна сразу потухает, другая нет.